Всем привет! Меня зовут Анастасия, и вы на канале «Техника бальных танцев», где мы с вами говорим о базовых фигурах спортивно-бальных танцев. Все названия и фигуры будут браться из четырех источников. Это Гай Говард, учебник Имперского общества, учебник WDCF и сборник WDCF «Syllabus». Правый променадный поворот в рок-поворот в фигуре 10 шагов. И танцуем мы эту фигуру на углу зала. Партия партнера будет начинаться из променадной позиции с левой ноги. Первый шаг в сторону каблук. Вперед и накрест CBMP каблук. Дальше он танцует пивот, работа стопы, подушка, каблук, подушка. Следующий шаг у нас каблук. Внутренняя часть подушки, каблук, внутренняя часть подушки, каблук, внутренняя часть подушки, каблук. Отсюда мы танцуем внутренняя часть подушки, каблук в позиции CBMP, в сторону и немного вперед внутренняя часть всей стопы, подставка, вся стопа. Во время исполнения пивота правая нога партнера должна сохранять свое положение CBMP. Степени поворота у него будут следующие. Начинает он первый шаг по линии танца, стопа указывает диагонально к стене. Следующий шаг диагонально к стене. На пивоте он должен повернуться диагонально к стене по новой линии танца. Дальше к стене, диагонально в центр, диагонально к стене против линии танца. Без вращения диагонально в центр. Отсюда по направлению в центр на 1/4 влево диагонально к стене по линии танца и подставка без вращения. Заканчивает партнер фигуру диагонально к стене по новой линии танца. В учебнике Гая Говарда сказано, что на шагах 2-6 пара должна сделать один полный поворот вправо. Партия партнерша для этой фигуры будет начинаться с правой ноги. Также она танцует из променадной позиции шаг в сторону каблук, вперед и накрест CBMP каблук. Дальше у нее пивотирующее действие между ног партнера каблук-подушка, шаг назад, подушка-каблук. Следующий шаг в сторону и не вперед каблук. Назад и немного в сторону, внутренняя часть подушки, каблук, шаг в сторону и вперед, каблук. Следующий шаг вперед в позиции CBMP, каблук, в сторону немного назад, внутренняя часть подушки, каблук и подставка вся стопа. Степени поворота у нее будут следующие. Начинает она по линии танца, стопа указывает диагонально в центр, первый шаг. Дальше, указывая по линии танца, дальше мы начинаем двигаться по линии танца и заканчиваем спиной диагонально к стене по новой линии танца. В этом же направлении следующий шаг, дальше шаг вперед в центр, спиной диагонально к стене против линии танца, диагонально в центр. По направлению к центру. Спиной диагонально к стене и заканчиваем без вращения спиной диагонально к стене. У партнерши на шагах 2-6 степень поворота будет 3/4 вправо, а между шагом 8 и 9 поворот на 1/4 влево. Также по Гай Говарду сказано, что эту фигуру мы можем станцевать на стороне зала и исполнить ее с открытым окончанием.